Опыт Чувашии по развитию массового спорта станет одной из тем обсуждений на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Нам действительно есть о чем рассказать. Например, о том, как жители деревни Шихобылова Урмарского района своими силами построили хоккейную коробку. Средства, а это 150 тысяч рублей, были собраны добровольцами, неравнодушными к хоккею. Подробности выясняла наша съемочная группа. В прошлом году на родине олимпийского чемпиона по боксу Валерьяна Соколова открыли новую школу. В 2014-м дорогу к школе. Но на этом преображения не закончились. Начав работу с июня этого года, жители деревни сумели соорудить площадку для игры в хоккей. Строили ее в свободное от работы время все, кто желает помочь развитию спорта в деревне. Скоро, как зима наступит, будет залито здесь водой, коробка, уже будем работать здесь. Молодежь будет играть в хоккей, а школьники после хоккея будут кататься на коньках. На ледяном поле будут проводиться и уроки физкультуры. Возможно, так сформируется резерв для трех хоккейных команд, которые ежегодно принимают участие в районных и республиканских соревнованиях, тренируясь зимой на пруду. Нынешним школьникам повезло больше. Их тренировки будут проходить на огороженной ледовой площадке. Ну, нам не хватает сейчас это оборудование, значит, формы нужно, хоккейные там клюшки. Вот нам все это придется покупать. Постараемся найти средства с районного бюджета и школы, ну, и родители. На следующей неделе жители начнут работать над светом. Коробку будут освещать целых 3 прожектора, ведь площадь катка более 1500 квадратных метров. Помимо прожекторов, инициаторы планируют собрать средства на 2 вратарские формы, каждая из которых обойдется примерно в 20 тысяч. А в следующем году, по их задумке, со стороны ворот будет и сетка. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.